Свиней нет, а ими пахнет. В Центр управления регионом Чувашии поступила жалоба из Маргаушского района на резкий и неприятный запах, который исходит от свиного навоза. Он, между прочим, относится к токсическим отходам третьего класса, то есть опасен. На все это свинство за соседским забором пожаловалась Ольга Чумакова. Чума на оба ваши дома. Почему шекспировские страсти разгорелись в небольшой деревушке, где и делить-то казалось нечего? Репортеры республики разбирались. В деревне Молгач-Косы одна из соседок разводит свиней. У нее их больше 10, все беременные и орут. Стоит вонь, это законно? Столько свиней разводить? Именно так опубликован вопрос жительницы Маргаушского района в сети Инстаграм на странице главы республики. Однако в хозяйстве, на которое поступила жалоба, ни о каких свиньях даже не слышали. Кто именно жаловался? А вы, почему вы так... Мы хотели посмотреть, вот в каких условиях у вас содержатся свиньи. Да? А у меня нет их. Как нет? Вот так нету. А куда они делись? Ну, улетели. Улететь свиньи не могли. Наша съемочная группа все-таки решила проверить, что происходит в хозяйстве, на которое поступила жалоба. Я мусульманин. У меня категорически запрещено свиней держать. Три коровы, три бычка, три овечки, козы, куры и цесарка. Целый зоопарк на территории хозяйства Эльбориса Казимова. Свиней здесь видела только соседка Ольга Чумакова, которая и написала жалобу. Похоже, что соседи враждуют давно и по любому поводу. Если у нее там снег падает на нашу землю, я же ничего не говорю. Там стройматериал лежал, я говорю, что тебе мешает, что ли? Это же на нашей стороне. Она вышла там, все выкинула, этот стройматериал, сейчас я туда переставил. Очень меня обидно, честное слово. Я вообще не ожидал, что вот насчет меня не будет жаловаться. Я же никому здесь не мешаю. Наоборот, всем помогаю. Гражданская жена Эльбориса Казимова тоже в недоумении. Ну, свиней-то нету. Вообще написано, что он супруг. А из-за чего у вас конфликт вообще произошел? А я откуда знаю? Я вообще ничего не знаю, например. Откуда взялись свиньи и на что так озлоблена Ольга Чумакова, выяснить так и не удалось. Абонент недоступен. Алло. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Тот факт, что свиней нет, подтверждает и хозяйственная книга. Данную ситуацию совместно с ветеринарной службой мы все это разрешим. Как бы таких конфликтных ситуаций, я надеюсь, больше не будет. Ссылаясь на решение собрания депутата, на благоустройство населенных пунктов, мы ответ уже отправили. И я надеюсь, в дальнейшем там ветеринарная служба будет в дальнейшем принимать меры. Свиней нет, проблемы нет, а жалоба есть. Как есть и правила содержания скота на участке. Завозить их только по ветеринарным паспортам, исключить контакт с другими животными, делать прививки и для того, чтобы не было жалоб на запах, держать их на расстоянии от соседних участков. Сколько метров от забора до свиньи прописано в законе. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Бахтияр Велиев, Республика из Маргаушского района.